Есть люди закаты и люди рассветы. Одни с негативом, другие с приветом. Но те, что с приветом, улыбчивы часто. А те, что закаты, обычно несчастны. С одними, общаясь, ты чувствуешь холод. С другими и в 70 кажется молод. И ты от одних заряжаешься светом. С другими его круглосуточно нету. Но если отдать человеку закату кусочек тепла, что исчезло когда-то, а не обвинять, что тоскливо на сердце, он тоже захочет и греть, и согреться. Ведь людям закатом, как людям рассветом, хотелось бы к счастью пойти за билетом. Но просто любить бескорыстно боялись, поэтому злились и больно кусались. И люди рассветы становятся тоже людьми с негативом на тучу похожих. Когда благодарность в душе исчезает, то небо рассветы в закат превращает. Я тоже бываю на взводе, но знаю, с рассветом печали уходят. И пусть кто-то скажет, она же с приветом. Есть люди закаты и люди рассветы.